Библейский портал экзегет.ру представляет. Библейский портал exeget.ru представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем четвертую главу. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобревая человека от Господа». Начинается жизнь людей в этом мире, жизнь падших людей, и а, Адам и Ева начинают рожать детей. Рожали бы они детей без грехопадения, до грехопадения? Да, Божий замысел состоял в том, чтобы населить а, Вселенную потомками Адама и Евы, то есть само по себе супружество, само по себе чадородие — это благое Божье творение. Это важно понять, потому что были и остаются даже в отчасти еретики, которые говорили, что само по себе супружество и чедородие это что-то плохое, и вообще все относящееся к телу это что-то плохое. На самом деле нет. Мы знаем, что иногда люди, несведущие совершенно в Писаниях, говорят, что грех Адама и Евы состоял в их супружеской близости. Это не так. Грех состоял в нарушении заповеди Божией, и Бог не запрещал Адаму и Еву супружество, он запрещал вкушать вот это древо познания добра и зла. Но, как и все в падшем мире, как и все в поврежденной человеческой природе, конечно же, пол тоже глубоко поврежден и, увы, выражается не так, как Бог его замыслил, не так, как Бог его создал она родила Каина и сказала, приобревая человека от Господа. То есть каждая новая человеческая жизнь является Божьим даром. И мы знаем, что Каин не был хорошим человеком, мы сейчас об этом прочитаем, но он, тем не менее, сотворен Богом. Каждый человек — это приобретение от Господа. Каждый человек живет в этом мире, потому что Бог его создал и еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли в дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. То есть Бог богосклонно принял дар. Авеля, который принес первородных от своего стада, а Надар Каина не презрел. Текст непосредственно не говорит, почему это так. Но мы можем предположить, потому что Библия много оставляет непроясненным для того, чтобы мы думали, для того, чтобы мы остановились здесь, подумали, почему это может быть так. И одно из возможных пониманий — это то, что Жертвоприношения животных, они потом появляются в Ветхом Завете, и они предвещают крестную смерть Христа. И они в этом отношении, как указывающие на крестную смерть Христа, они в этом отношении принимаются Богом. Каин сильно огорчился и поникло лице его. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И мы видим, что Бог говорит Каину, Бог с ним напрямую заговаривает. Бог обращается к Каину для того, чтобы его направить и поддержать, и утешить. Потому что другое возможное понимание это то, что Каин приносит этот дар с неправильным отношением к Богу, и поэтому он, оказывается, Богу неугоден. И Бог говорит, отчего же ты огорчился, почему поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, если не делаешь доброго, то грех у дверей лежит. То есть грех он присутствует, он лежит у дверей, но он влечет тебя к себе появляется в падшей человеческой природе искушение, грех, который влечет к себе. Но ты господствуй над ним. Но у человека есть свободная воля, и он может сказать греху нет. Он может господствовать над ним. Он может не последовать тем путем, которым его влечет в грех. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. То есть из зависти совершается первое убийство. Каин убивает Авеля. Он хочет его устранить, убить из-за того, что Авель оказался праведнее пред Богом. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? То есть Каин пытается лгать Богу. Бог побуждает Каина к покаянию, но Каин вместо этого пытается лгать Богу. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Библия говорит это много раз, что Невидная кровь, пролитая на землю, она землю оскверняет. Земля начинает выпиять к Богу. Что пролитая кровь, которая скрылась в земле, на самом деле никуда не скрылась. Земля выпьет против убийцы. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. И когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы твоей для т... своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Мы видим проклятие Каина, проклятие, которое возложено на него за убийство. И мы видим, как э, это повествование, оно этим мистическим ужасом перед убийством. Насколько ужасно! насколько чудовищно, когда человек проливает кровь другого человека. С тех пор в истории человечества было очень много убийств, и все эти убийства продолжаются, и всегда у всякого убийцы всегда есть уважительные причины. Всегда, когда совершается убийство, всегда говорится, что Авель сам виноват, что Авеля нужно уничтожить, что... Всегда есть какие-то причины для того, чтобы убить другого человека. Но это библейское повествование нам показывает, что убийство – это всегда брата убийства. Мы все принадлежим к одному человеческому роду, и это всегда что-то ужасное, что-то, что навлекает проклятие. «И сказал Каин Богу, наказание мое больше, нежели снести можно». Вот ты теперь сгоняешь меня лица земли, от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь Бог, зато всякому, кто убьет Ка Каина, отместится в И здесь мы видим удивительные слова Бога, всякому, кто убьет Каина, отместится в и мы видим, что Каин убийца, и кажется справедливым предать его смерти. Человек, который убьет Каина, Каин, он братоубийца, убийца, он злодей, он заслуживает смерти. Поэтому нужно его тоже предать смерти. Это все будет хорошо, справедливо. Но Бог говорит нет. Всякому, кто убьет Каина, отомстится всемера. И здесь Бог порицает то, что нам представляется справедливой местью. Даже Каина убивать нельзя. Хотя он убийца из водей. Но убивать его нельзя. За это отместится всемеро, говорит Господь Бог. Это не вмещается в наши головы, это не вмещается до сих пор, потому что люди всегда одобряют расправу над э, злодеем. Вот э, некоторое время назад э, Сёка Сахару, известного в 90-е годы, лидера культа, и его шестерых сообщников, в Японии повесили за организованную ими зариновую атаку, э, в ходе которой десятки людей погибли, и там тысячи людей, получили те или иные раны, то или иное повреждение здоровья, в том числе многие тяжелые. И, конечно же, они убийцы из водеи. Никак нельзя сказать, что они невинны. Но у нас многие одобрили то, что их казнили, то, что их повесили. И вот Библия говорит, что что-то в этой радости, что-то в этом одобрении смерти злодеев есть неправильное. Каин – злодей, Каин – братоубийца. Но Бог говорит, что всякому, кто убьет Каина, отместится э, семеро. «И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Это то, что называется Каиновой печатью. То, что является знаком проклятия и одновременно является знаком того, что Каина убивать нельзя. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Хидема». И мы видим удивительное отношение Бога к убийце. Бог не убивает его, Бог не стирает его с лица земли. Почему Бог не стер с лица земли борту убийцу Каина? Потому что неким таинственным образом Бог продолжает любить свое творение, даже если это Каин. Бог налагает на Каина наказание, о котором Каин э, ругается и недоволен, он говорит это больше, чем снести можно, но Бог не лишает его жизни. Бог делает ему печаль, чтобы его не убили. Этот убийца из воде он с одной стороны проклят, но с другой стороны он остается божьим творением, Бог продолжает о нем заботиться. И познал Каин жену свою, она зачала родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего, Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Михея, Аэля, Михаил родил Мафусава, Мафусав родил Ламеха. И взял в себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цила. Ада родила Явала, он был отец живущих в шатрах со стадами имя брату, брату, его Ювал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цива также родила Твалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Твалкаина Нагема. И сказал Вамих женам своим, «Ада и Цива, послушайте голоса моего, жены Вамиховы, внимайте слова моим». Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Кайна отмстится в семеро, то за Ламиха в 70 раз семеро. Тут перечисляются потомки Каина, и упоминается, например, Ювал, отец, играющий на гуслях и свирели, и Твалкаин, ковач всех орудий из меди и железа. И здесь мы видим, как бытие человека в мире, оно становится глубоко противоречивым. Орудие из меди и железа — это оружие. Это то, что используется для убийства, это то, что используется для войны. Каин порождает цивилизацию, в которой ее знания, ее технические навыки используются для производства оружия, для того, чтобы убивать людей. И один из его потомков, говорит, и это уже не Бог говорит, это говорит один из его потомков. «Я убил мужа в язву мне, вот в рану мне, если за вами отместится в семеро, за отместится в семеро, за вами в семьдесят раз в семеро. То есть Ламех говорит с таким надмением, что я сумею за себя постоять. Если кто-то попробует меня обидеть, если кто-то на меня покусится, я отмщу в 70 раз в семеро потому что у него есть эти орудия из меди и железа, эти мечи и копья, и он готов к насилию, он готов к кровопролитию. И мы видим, как первое убийство, оно приводит к нарастанию зла. Каин — убийца, но потомки его тоже убийцы. Они производят оружие, и Ламих похваляется, что кто меня заденет, кто меня зацепит, тому отместится в 70 раз в семеро. И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она, что Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа, Бога. И мы видим, что хотя мир стремительно деградирует, за первым убийством следуют другие, формируется такая новая цивилизация, отвернувшаяся от Бога, тем не менее есть люди, которые начинают призывать имя Господа Бога. Мы видим, как в Библии формируются как бы два направления развития. Да, мир деградирует, мир погружен в грех, но есть люди, которые призывают имя Господа Бога. Мы с вами прочитали четвертую главу книги «Бытия». Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».